Всем привет, с вами Виктория. Сегодня готовим новый салат на каждый день. Готовится салат без майонеза, получается очень вкусный и полезный. Ничего не нужно варить. Один средний огурец нарезаем на средние кубики. У меня огурец весом 300 грамм. Собирать салат мы будем в салатнице. К огурцу добавляем 150 грамм консервированной кукурузы. Также нам понадобится пальмовое сердце. Я его покупаю в Ашане в консервированных банках. Пальмовое сердце очень вкусно сочетается в разных свежих салатах. Попробуйте. Нарезаем на кружочки и добавляем к остальным ингредиентам. Также я буду использовать консервированные артишоки. А вернее, только сердцевину артишоков вместо консервированных можно отварить самим. Артишоки тоже нарезаем на средние кубики. Нарезаю небольшой пучок кинзы. Можно добавлять любую зелень по вкусу. Для соуса смешиваю 2 столовые ложки растительного масла, солю. Добавляю 1 чайную ложечку обычной горчицы и 1 чайную ложечку зернистой горчицы. И все тщательно перемешиваю. Подготовленной заправкой заправляем наш салат. Все хорошо перемешиваем и подаем к столу. Получается салатик очень вкусный, необычный. Обязательно попробуйте. Всем желаю приятного аппетита, готовьте с удовольствием. Не забудьте подписаться на мой канал, если видео вам понравилось. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.